Кому-то может быть странно, что православный священнослужитель говорит вот такие вещи. Вы, может, вопрос зададите, а вы сами молитесь святым? Вы сами призываете имена святых? Вы молитесь святым или не молитесь? В конце концов. Я отвечаю, я не молюсь святым. Я молюсь Богу. Однажды, да, до 96-го года я был обычным традиционным православным священником, простым сельским батюшкой, и я мыслил, в общем-то, будем так, традиционно, как учила меня моя деноминация, не осмеливаясь поднять глаза свои повыше чуть, именно к Господу, к Его Слову. Был заложником своей системы. И вот, друзья мои, однажды я серьезно задумался над этим вопросом. Очень серьезно. Ведь если я молюсь кому-то еще, кроме Господа, если, вот представим, даже не то, что многим святым, даже одному святому, кроме Господа, или двум святым, то это показывает, сам факт этой молитвы показывает то, что я не доверяю моему Богу, я сомневаюсь в Его благости, в Его милосердии. Знаете, религия, она всегда замешана на полуправде, это полуправда. Религия говорит нам примерно так, мы грешники, мы все недостойны, мы грешники, и не можем к Богу обратиться напрямую. Это правда? Ну, по сути, да, ну, правда. На самом деле, любой человек, он грешник, да, и все лишены славы Божьей, нет праведного ни одного написано, это правда. И возмездие за грех – это смерть, это правда, это факт. Но там дальше говорится, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Да, Библия говорит нам, что мы грешники, но с другой стороны, Библия говорит нам, что Он, Святой, умер за нас, грешников. За нас умер, чтобы мы не погибли, чтобы не пошли в ад. И не просто нас спасти от временной смерти, спасти от вечной смерти Он пришел у нас, друзья. Слава Иисусу! И, возлюбленные, значит, а ведь сам Иисус, уча учеников своих молитве, Он говорил, чтобы не уподоблялись язычникам Его ученики, чтобы Его ученики не копировали какие-то религиозные шаблоны определенные, какие они видят на стороне, но чтобы они знали, что перед тем, как я начну молиться к Богу, Бог уже знает прекрасно то, о чем я буду молиться. Что Бог уже знает, да значит, Он меня хочет послушать? Хочет. И если в зале есть человек, который сомневается и думает, но меня Бог точно не будет слушать. Вот я точно недостойный того, чтобы Он меня услышал, Бог. Вы знаете, друзья, если присутствует такой сейчас человек в зале, сделайте следующее. Просто покайтесь. Вот чисто сердечно перед Богом можно встать на колени просто дома, уединившись, чтобы закройте двери, значит, и чтобы никого не было. Просто встаньте на колени и скажите, Бог, прости меня. Да, я осознал, что я грешник. Я каюсь, я прошу прощения. И вы знаете, вы встанете другим человеком. И Бог вас будет слышать. Друзья мои, потому что на самом деле покаяние, оно разрушает эту стену. Сегодня церкви не хотят каяться, поэтому не хотят принимать Иисуса Христа. Потому что понимают, что если Иисус станет в центре внимания церкви, то придется очень много перестраивать. Знаете, один батюшка, в Москве он служит, когда мы с ним разговаривали на эту тему, я был еще сам традиционный священник православный, но уже я был на пути к реформации. В масштабах своего прихода я пытался что-то сделать, по крайней мере, чтобы Слово Божье звучало. И этот священник, он служит в Москве, он мне показался порядочным, он не пил, не курил, не гулял, он такой, ну, он старался вот как бы жить по Божьим заповедям, но все равно без Христа, я так понял потом уже, что без Христа все наши пожелания наилучшие, они просто однажды покажут нашу несостоятельность. Нужен сам Христос, нужен сам Бог в нас. И знаете что, я с ним разговаривался на эту тему, он говорит мне, знаешь, говорит, отец, не увлекайся этим, говорит, грамотный прихожанин, это самый опасный прихожанин. Скажу кое-что. За эти годы я чему-то научился. Я знаю теперь, что грамотный прихожанин это не угроза для священника. Это находка для священника, наоборот. Что на самом деле священники не должны грамотных прихожан, а должны стремиться к тому, чтобы прихожане были грамотными. Слава Богу. А если священнику нечего ответить на вопросы своих прихожан, пусть учится.
пусть на самом деле учится, пусть читает Слово Божие внимательно, пусть молится, и у него будет ответ для своих людей. Друзья мои, или же признается честно. Друзья мои, и вот я тогда в 96-м я стал размышлять, если я молюсь кому-то еще, кроме Господа, то я, выходит, не доверяю Богу. Выходит, я не верю в то, что Он знает то, о чем я буду молиться прежде моего прошения. Выходит, я представляю Бога неким таким божеством, каким-то языческим. Знаете, как вот эти вот древние греки, римляне, вот если бы почитали бы, или, может, интересовались верованиями вот греков древних, римлян, вот они богов таких представляли себе. Недоступных бюрократов, зажравшихся там у себя, там, какой горе там они жили там, на Олимпе, да, вот эти олимпийцы. Как Ленин сказал бы, страшно далеки они от народа. Вот эти олимпийские боги. И вот если мы почитали бы, вот, значит, о верованиях греков, да, мы с вами бы увидели картину такую, что большинству этих богов, так называемых, было глубоко наплевать на простого смертного человека с высокого Олимпа. И, в общем-то, трагедия в том, что вот эти простые обыватели греческие, римские, да, они богов боялись, почитали, но весь их культ состоял в этих сложных этих жертвоприношениях, в которые знали жрецы, конечно. Они совершали эти приношения, но смысл был следующим. Задобрить как-то богов, или, по крайней мере, чтобы они не мешали жить нормально. По крайней мере, чтобы они не мешали простому человеку, обывателю жить нормально. И представьте, на фоне всего этого безобразия языческого многобожия является церковь. Что христиане говорят следующее, что есть Бог, и Он единый. Зачем вам молиться каким-то еще другим богам? Зачем вам нужны сложные церемонии эти? Вы лично можете иметь доступ к Нему. Самый широкий, самый свободный. Интересно очень даже. Апостол Павел написал следующее. Это первое послание к Тимофею. 2:5. Первое послание к Тимофею. 2 глава, 5 стихом. Сказано следующее. 1 Тимофею 2:5. Един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя, дальше сказано, для искупления всех. Предавший себя для искупления всех. Поэтому можешь смело верить, смело молиться, и Бог тебя услышит. Слава Богу. Я думаю, завтра кое-что покажу вам из слайдов. Мне сейчас интереснее даже вот эту тему сейчас раскрыть. Думаю, это будет интереснее даже. Потому что вот первые христиане, вот если брать опять-таки историю, первые христиане, они не знали культа святых и не страдали от бездуховности. Первые христиане, они не молились Матери Иисуса Христа при всем уважении к ее светлой памяти. Они не молились ангелам и однако же не страдали бездуховностью. У них не было храмов прекрасных, у них не было красивых жрецов, у них не было там ладана и свечей горящих, может быть, красивых. У них не было там чего-то еще, но они не страдали бездуховностью, потому что Христос был с ними. Наоборот, те, у кого было все вышеназванное, они завидовали этим христианам. Вы знаете, христиан убивали, стравливали дверям, этим людоедам, этим медведям, там, львам, там, тиграм, но христианам было за что умирать. А римлянам уже не было смысла жить вообще. Я вам расскажу, как проходила обычная такая пирушка у Рима. Если вы были гражданином римским, и вы приглашали себе 10 гостей, вы готовили пищу на 30-40 гостей. Люди обжирательством пытались забить эту пустоту внутри себя. Просто обжорством. Их бог чрева написано. Они ели и ели. И когда гости уже понимали, что уже дальше некуда, они подавали знак, подходил сзади один раб с тазиком, другой со страусиным пером, делал там движение страусиным пером внутри, вызывал рвоту, тазик уносили, и гости принимались по новой набивать свои утробы ленивые. И шиком считалось высшим, если 2-3 раза гости опустошат себя и наполнят снова. Вы только вдумайтесь, нормально ли это? Какое зрелище доставляло удовольствие римлянам? Они приходили в амфитеатры,
чтобы посмотреть, как убивают люди друг друга. Хлеба и зрелищ. Вы знаете, и дошло до того, что вот к концу этого периода, к 313 году, в Риме просто-напросто было разочарование во всех религиях. Почему выбор пал на христианство? Почему Константин Великий задумал из христианства сделать государственную новую религию? Вы скажете, неужели не было богов в Риме? Очень много было богов. Чего-чего, а этого добра было навалом. И своих, и импортных. Очень много было богов в Риме. Даже был храм всех богов. Как называли его? Напомните. Храм всех богов. Пантеон. Храм всех богов, который католики потом окрестили. Храм Марии всех святых. Дай Бог здоровья нашим братьям-католикам, особенно, чтобы им покаяться, конечно, в этом. Но, вы знаете, вот на самом-то деле, друзья, при всем уважении к этим римлянам, они не знали Бога по-настоящему. Они не знали Бога истинного. Да, конечно же, многие из них, особенно известнейшие там, философы, религиозные деятели того времени, они искали Бога, конечно же. Они пытались найти Его, но они не могли найти до тех пор, пока Бог не открылся бы им сам. Это открытие Бога, оно есть в Иисусе Христе. Благодать пришла через самого Иисуса. И нельзя Иисуса поставить как одного из многих спасителей. Я разговаривал с одним бывшим мусульманином. Он много лет, я сейчас могу ошибиться, но больше 20 лет это точно, он был мусульманским священнослужителем. По-моему, 26 лет. Он закончил Каирский университет, известнейший в его религии университет. И он имел богословскую степень ученую. И он служил священником, как мулла мусульманский, значит, в престижном месте. И имел хороший доход, уважение. И сегодня он проповедник Евангелия, сегодня он евангелист. И я с ним разговаривал, когда... Он чернокожий, он франкоговорящий, значит, чернокожий брат. И я разговаривал с ним, он мне говорил такую вещь. Знаете, все его положение, его религия, его знание, оно не дало ему ничего в жизни. Однажды он оказался у разбитого корыта, буквально. И никто не мог помочь ему. Он страшно болел, и его религия не могла ему дать исцеление. Она его религию, конечно, поддерживала, обнадеживала, надежда на Бога, значит, он имел надежду на Бога, конечно, в своем сердце. Вот, но он не имел исцеления в своем теле, и самое важное, как для священнослужителя, он не знал цели, дальше как идти, как жить дальше. И один из тоже чернокожих друзей его, но христианин, однажды сказал ему: ты же видишь, ты умираешь, ты уже умираешь, твоя семья развалилась фактически, ты умираешь. У тебя уже нечего терять. Поговори с Иисусом. Вот его был совет. И вы знаете, этот священник, бывший мусульманский, сказал следующее, что для меня, как для бывшего традиционного священника православного, это было очень понятно даже, то, что он сказал. Хотя он был мусульманином, не православным был. Но было очень понятно.